Итак, всем привет, с вами Андрей. Ну вот, Microsoft выпустила долгожданный патч, о котором все говорили. Он доступен в канале бета, в канале превью и в релизном канале. То есть вот, 22258. Релизная сборка была 22194. У меня включен в программе предварительной оценки круг релиз превью. Вот он включен, без использования офлайн Insider Enroll. Давайте попробуем проверить наличие обновлений. Компьютер у меня не является поддерживаемым. Процессор и ETPM. Давайте попробуем с вами проверить наличие обновлений. И вот это обновление. Накопительное обновление для Windows 11 для систем на базе процессоров X64. Вот оно. Ждем скачивания и подготовки. А в конце видео я вам покажу то, о чем я писал в сообществе на канале. Программа Rufus умеет создавать флешку без проверки TPM для неподдерживаемых компьютеров в один клик. Об этом мы с вами поговорим в конце этого видео. Ожидаем скачивания и подготовки этого обновления. Давайте перезагрузим нашу систему. Ну вот мы и обновились. Давайте посмотрим. Система о системе 22258. Были вопросы такие. У людей отсутствовало вот здесь, отсутствовал пункт центр обновлений Windows. И отсутствует сейчас. Я думаю, что установка этого обновления вернет этот пункт в настройки. Как это сделать, если у вас нет центра обновления Windows? Как обновиться и вернуть его? Как? Я соберу сборку 22000.258 без проверки TPM. Делаю так, чтобы она была без проверки TPM. Куда-нибудь загружу и ссылочку скину в телеграм-канал. Заходим в телеграм-канал и подписываемся. Где находится телеграм-канал? Потому что очень много комментариев, и комментарии продолжаются. Давайте я вам покажу, где находится наш телеграм-канал. Вы заходите ко мне на канал, то есть вот, переходим, вот, справа внизу написано телеграм-канал, нажимаем открыть, или вот на эту кнопочку, и попадаем вот сюда. Нажимаем вот так, и здесь есть папка для неподдерживаемых компьютеров. Сюда выкладываются новости и файлы, а также ссылки. На YouTube я никаких ссылок давать не буду. И персонально каждому загружать файлы не буду. У меня нет на это времени. Я снимаю для вас полезный контент. Мне нужно быть в курсе всех вот этих вот новостей IT-индустрии. Я каждый день за всем слежу. Очень много материала надо делать. Заходим вот сюда, нажимаем вот сюда, скачиваем папку. Также здесь будет Rufus, про который я буду сейчас говорить. Наше обновление установлено. Давайте я еще раз это продемонстрирую. Вот 22258. Далее, Rufus выпустила бета-версию, как я уже писал на сообществе YouTube, что она позволяет создать флешку для неподдерживаемого компьютера, которая будет ставить систему просто так, без реестра, без всяких там манипуляций. Нам понадобится флешка. Давайте мы это с вами еще проверим. Это как бонус, чтобы не снимать отдельное видео, давайте сейчас об этом поговорим. В моем случае это флешка на 32 гигабайта.
Форматируем обязательно WNTFS. Обязательно WNTFS. Форматируем. К слову, образ, который я скину, нужно будет запустить setup.exe из-под Windows 11 22194. И обновление пойдет. Форматирование завершено, закрыть. Я скачивал образ, он у меня уже есть. Я это уже проверял и покажу вам. Вот мы открыли Rufus от имени администратора. Метод загрузки ISO-образ. Выбрать. Windows 11. Открыть. И вот. Параметры образа. Стандарт Windows 11 Installation, у кого соответствует компьютер полностью. Нам нужно Extended Windows 11 Installation. No TPM, No Secure Boot, вот это вот. Нажимаем. Кто хочет MBR, меняем на MBR. У нас это GPT и UEFI. То есть вот она, опция, ее выбираем. Для неподдерживаемого железа. И нажимаем Start. Ожидаем, пока флешка запишется. После этого мы с нее загрузимся и проверим, действительно ли это работает. Подтверждаем. А теперь мое любимое слово «ожидаем». Ну вот, нажимаем закрыть и здесь закрыть. И перезагружаем компьютер, чтобы проверить.
Ну вот, друзья, с обновлением все понятно, с Руфусом тоже все понятно. Данная версия программы Руфус будет у нас в Телеграм-канале. Также для тех, у кого нет центра обновления Windows в настройках, образ с этим обновлением 22258 будет у нас также в Телеграм-канале. Открываете образ с помощью проводника и поверх устанавливаете. То есть нажимаем Setup и устанавливаем. Еще раз проверим наше обновление. Вот такое вот вдвойне полезное видео. Спасибо, что вы с нами. С вами был Андрей. Увидимся!